Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Банша Калпатару Ашчаки Пасинду Бевашу Патитанам павуне бхавишнавибхьо намо намах мукам кароти вачалам пангум ланхайтигирин яткипатамахам банде парамананандамадвам бриндавай тусите вайпиявай кешавасача шна бхакти паде деви саттваттвай намо намах Нараяна намаскритто норунчаива нороттамам Девин сарасватинг вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагод варунья Дхейям сада парихабхагарнам авиштадиям Витас падам сива виранчанутам сараньям Витатиам панудапал бхавадипутам Банде махапурусате чаруна равиндам Ят пада паллавана качандамани чатая Бисфуриджита кумепикабабадушвадарши Пурунану рагара сасагара сарамурти Сарадикамай кадакипам караси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари, Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодато, Шанкиртанай капитаро камала ятакшо. Вишам бару дижа бару жугадхар мапало банде жагат приякару каруна бхакару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бибуши тавам бхагам Нараяно приямананго мада пхарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир джасача бхакшаси Джасьясте де самбир Вам нишинга махам бхаже Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Нидеха мадьям сулабам судурлабам плабам Сукальпам Гурукарна Дхарам Маяну Кулена Навасате Ритам Натарето Шватмаха Нидеха Мадьям Сулабам Судрулабам Плабам Сукальпам
Guru Karna Dharam, Mayana Kulena Navashate Ritam, Jana Tareto Swatma. Gaudiya Gashtupati. Gaudiya Gashtupati. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: когда наши желания станут едиными с желаниями Бхагавана, мы станем по-настоящему счастливы. В противном случае это невозможно. When our desire going to match with the desire of Bhagavan, then and only then we can become happy. Then otherwise there is no question of any happiness. That's why all over the world, if we search out, who is actually happy? Если мы посмотрим, кто по-настоящему счастлив, если мы пытаемся отыскать по-настоящему счастливого человека в этом мире. Прабхупад говорит, что мы постоянно заняты Майей. Но порой случается так, что мы, кто-то из людей готов принять Гуру Пада Падму, готов обратиться к Гуру, и он начинает искать его. Но не нужно забывать о том, что Гуру приходит в жизнь по благословению Бхагавана. Допустим, по благой удаче вы встретитесь с чистым преданным. Не сомневайтесь, что он послан вам Баларамой. Это не вы сами нашли его. Когда вы примете прибежище у подлинного вайшнава, у садгуру, вы должны совершать севу. Все шастры провозглашают то, что сказано в этой шлоке. Необходимо служить Гуру и Вайшнавам, взращивать осознание, и тогда вы сможете, тогда ваше служение достигнет Бхагавана. Гуру Сусосанам Нама Сарвадхарма Таматтама Тасмат Дхарма Таро Дхарма Павиттам Дхарма Навидда. Nothing so auspicious, so pure Guru Seva. Нет ничего подобного, равного Гуру Севе. Нет ничего более чистого. Но наша проблема в том, что мы считаем, что Гуру Пад Падма обычный мирской человек. И исходя из этой концепции, мы пытаемся служить. Что же происходит в таком случае? Прабхупад объясняет, что мы не служим ему, мы заставляем Гуру Пад Падму служить нам. Потому что если бы мы по-настоящему служили, у нас мы не сталкивались бы с проблемами на пути преданного служения. Мы ждем, когда, то есть мы ожидаем служения от нашего гуру. И с таким настроением можно совершать служение до бесконечности, но не получить никаких результатов. Мы хотим, чтобы наш гуру служил нам, хотим, чтобы божества служили нам. Гуру жертвует деньги, мы живем на эти деньги. Мы считаем, что все, что мы не совершаем, мы делаем сами.
А живя, если мы живем в храме, то люди, которые жертвуют деньги божествам, то есть люди жертвуют деньги божествам, мы живем на эти деньги. То есть на самом деле гуру и божества служат нам. Важный момент то, что гуру крайне редок. Встретить гуру — невероятно редкая удача. Но даже если есть садгуру, еще сложнее найти подлинного ученика. В шастрах сказано, что тот, кто может говорить об атма-татве, очень сложно найти. Может быть, две подобные личности есть в этом мире. Тем не менее, Бхагаван Сикришна many times tried to find solution with Pandava and Kaurava. Бхагаван Сикришна много раз пытался помирить пандавов и кауравов. Желания пандавов были не отличны от желаний Кришны. И они были довольны любыми обстоятельствами, которые возникали, в которых они находились. Когда правление всем миром пришло в руки Юдхиштхира Махараджа, он воспринял это как желание Кришны, но не как свою заслугу. Таким было настроение всех панчапандавов и Юдхиштхира Махараджа, в частности. В жизни их возникали огромные трудности, тем не менее, они не сломались. Если бы у нас в жизни подобные проблемы возникли, мы бы не выжили. Но панчапандавы никогда не спрашивали Кришну, они никогда не жаловались. «Ты же наш родственник, почему у нас такие трудности? Почему ты не поможешь нам?» Когда сыновья панчапандавов были убиты Ашватамой, даже тогда они не жаловались Кришне на обстоятельства. Они не сказали: «Ты, Кришна, Бхагаван, наш брат, почему же ты не поможешь нам?» И это как раз-таки является признаком преданного. Какие бы трудности ни возникали у них, они... Если бы у нас возникли такие трудности, мы бы сошли с пути преданного служения. Обусловленной душе крайне сложно совершать харибаджан. Ей нужно приготовиться к нему. А если она сможет все-таки совершать его, она получит результаты, безусловно, непременно. Бхагаван Шри Кришна всячески хотел примирить пандавов и кауравов, чтобы не было войны. Но Дурьотхана отказывался давать даже маленький клочок земли пандавам. Панчапандавы просили просто 5 деревень, чтобы они могли спокойно жить. Он отказывался дать даже маленький клочок земли. В то время как в действительности все земли принадлежали Юдхиштхира Махараджу. Он был законным правителем.
jump. I'm not going to discuss it. Finally, Panchapanda was successful because their desire is matching with Baba. И в конце концов Панчапанда достигли успеха, потому что их желания были не отличны от желаний Кришны. А Кауравы были, все были повержены полностью, потерпели поражение. Всего несколько остались Дхритараштра, потому что он не был на поле битвы, он не принимал непосредственного участия в сражении, и он выжил. А также его жена Гандхари. Но все остальные были убиты. А, возможно, дочь Душала также осталась в живых. 3-4 максимум представители Кауравов выжили. Все остальные были убиты. После битвы, тем не менее, Дурьодхана уцелел. Но Бхима победил его. То есть была битва между Бхимой и Дурьодханой. Баларам пришел и сказал, что никто из вас не победит, потому что вы абсолютно одинаковы в силах. Поэтому бессмысленно сражаться, вы, никто из вас не победит. Но в конце концов, все-таки Дурьодхан был побежден и умер. Посмотрите на влияние Майи. Дхритараштра, который ни в чем не попрекал своего сына Дурьодхану, хотя он был в курсе, что его сын делает, совершает нечестивые дела. Он не проверял, он не спрашивал, что ты, чем ты занимаешься, что ты делаешь. И это привело к тому, что все было разрушено. На самом деле Панчапандавы и Кауравы были из династии Куру. Дхритарашта был слеп. Он ничего не видел. От рождения он был таким. Его жена Гандхари, выйдя за него замуж, также отказалась от зрения. Она сказала: «Мой сын ничего, мой муж ничего не видит. Я также завяжу повязкой глаза». Таково целомудрие, это признак целомудренной жены, целомудренной женщины. Она не хотела превосходить своего мужа, поэтому добровольно отказалась от возможности видеть. Панчапандавы были вайшнавами, и они пришли к своему дяде, к старшему. И посмотрите на их настроение. Вся эта битва, все трудности, которые они пережили в своей жизни, были из-за Дхритарашты. Были из-за Дурьодхана, сына. Но когда все закончилось, они попросили Дхритарашту и его жену Гандхари жить в их дворце. Они заботились о их благополучии и давали все, что им необходимо. This fighting was not done by us, so you should not be sorry because we are not responsible. So anyway, problem is on. You settle down now. On the Dhritarashtra and this Gandhi, they are going to stay there.
Панча Пандавы заботились о Дритараште и Гандхаре. Несмотря на то, что произошло. Сыновья Дритарашты были убиты. Тем не менее, он хотел жить. На самом деле он потерял абсолютно все. У него не было никакой опоры и поддержки. Но все равно его не покидало желание жить, жить долго. Но он не думал о Бхагаване. Из-за апарадх, который он совершил. Если вы когда-нибудь заметите его, я не хочу слушать Харикатху, не хочу. Это говорит о том, что вы совершили оскорбление. Кришна выражал почтение. Сам Верховный Господь почитал Дритарашту. Но Дритарашта не извлек никакого блага из этого. Его сыновья были убиты, он совершил много апарадх, соответственно, его сознание упало. И он не мог совершать баджан. Как правило, если умирают сыновья, дети умирают, человек должен почувствовать отречение, как это было в случае Триданди Саньяси, когда его выгнали из собственного дома. Он почувствовал отречение, но это не произошло с Дритараштой. Потому что Триданди Саньяси совершал грехи, он грешил, тем не менее не совершал аппарат. Но Дритарашта, Дритарашта совершал апарадхи, поэтому его сознание упало настолько, что он даже не осознавал уход своих сыновей, не переживал так, как должно было переживать. Hey, what you are doing? What you should do? You are doing self-intuition not coming. Задайте себе вопрос наедине в комнате. Есть ли у вас какие-то корыстные мотивы? Необходимо задаваться вопросами. Но это честный разговор с собой. Прежде чем начать баджан, такой разговор необходим. Видура Махарадж ушел в путешествие, так как ему не выразили почтения, он отправился путешествовать. Но Видура Махарадж, Панду, являются братьями. Позже мы поговорим об этом. Панду оставили этот мир. Дритарашта остался жив. Он также был братом. И Видурья Махарадж. Когда битва закончилась, битва на Курукшетре, он... Видурья Махарадж захотел посмотреть, что будет сейчас, после битвы. Когда он прибыл к Панчапандавам, которые победили, его предупредили, идет Видурья Махарадж. И
Юдхиштхира Махарадж выбежал и побежал навстречу Видуре. Он предложил ему распростертые поклоны и сказал: «Мы так скучали по тебе, ты так любил нас и защищал нас на каждом шагу. Но сейчас ты ушел и оставил нас». Видура Махарадж плакал, Юдхиштхира Махарадж также плакал. Тогда Юдхиштхира Махарадж завел дядю во дворец, все предложили поклоны и совершили ему пуджу, арати. А затем сказали: «Ты отправляешься в паломничество? Это крайне странно, потому что ты сам — место паломничества». Какой смысл тебе идти совершать паломничество? Но такова природа преданных. Он ходит повсюду для того, чтобы очищать. Он даже приходит в святые места и очищает их. Потому что греховные люди приходят в места паломничества и оскверняют святые места. Из этого сила святого места уменьшается. Когда чистый преданный приходит в эти святые места, он их вновь заряжает энергией. А парикрама без саду материально, и нет смысла ей. Главный смысл парикрамы — это встреча с чистым преданным. Но в настоящий момент это крайне сложно. Когда Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю для того, чтобы провести панихиду по своему отцу, он встретился с Ишварой Пурипадом. И он танцевал от счастья, говоря, что сегодняшний день увенчался успехом, потому что я увидел твои лотосные стопы. Он сам приготовил для Ишвары Пурипады, накормил его. Юдхиштхира Махарадж говорит Видуре Махараджу: Гуру Вайшнава очищает других, потому что в их сердце находится Бхагаван. This is a, you know, now I can speak after. Now, Biduji Maharaj, he is planning to deliver. He is always thinking about elder brother. Видури Махарадж все время думал о своем старшем брате, который был по-настоящему, в прямом смысле слова, слеп. If you cannot see with this eye, it's still okay. But if you are blind here, Дхритарашта был не просто слеп на глаза, но слеп на сердце, сердцем. Это крайне опасная слепота. Если слепое сердце, все потеряно. Когда завершилась встреча, когда провели арати Видури Махараджи, Кунти Деви плакала: «Как долго ты не приходил? Что плохого сделали мы, что ты так надолго оставил нас?» Когда все эмоции улеглись, Видура спросил: «Где мой старший брат?» И он пошел к Дхритарашти один. «Раджан,
это я твой брат Видура. О, ты пришел. Как ты хочешь, как только ты хочешь жить дальше, как ты можешь жить дальше, как у тебя не покидает желание жить, ты должен осознавать, что все, что произошло, произошло из-за тебя. Почему ты так привязан к материальному телу, которое грязно, которое состоит из мочи и испражнения? Ты хочешь жить в этом теле? Ты не думаешь о будущем? Ты что, не видишь, смерть твоя уже стоит за твоим плечом? Она ждет, ждет и тянет тебя за шикху. Ты не видишь ее? Ты до сих пор хочешь жить? Это очень странно. Что делает майя? После всего, что произошло, мы не готовы оставить желание наслаждаться. Я сам видел. Это главная история, главное учение из этой истории. Я сам видел, как когда умирает муж, вот у одной женщины, может быть, 35 лет было, ее муж умер, а она хотела дальше жить и наслаждаться. Таково устройство майя деви. Меня удивляет твое желание жить. Все убиты, все потеряно. Ты как попрошайка живешь у пандавов, ты ешь в доме Бхимы, которого ты всячески пытался убить. Как только ты не пытался их убить. Когда битва была завершена, Дурьотхана хотел убить Бхиму, потому что он знал, что главная опасность для его сына, для Дхритарашты, это Бхима. Дхритарашта был очень сильным, и он пошел на хитрость. Он хотел якобы обнять его, но сжать настолько, что задавил бы его. Кришна показал, что не ходи к нему, не подходи к нему. И сделали железного Бхиму, статую Бхимы, и подвели эту статую. Дхритарашта обнял его, и статуя, железная статуя была разломана в крошку на маленькие кусочки. Настолько силен был Дхритарашта. Но Кришна, благодаря защите Кришны, который на каждом шагу защищает своих бхакт, своих преданных, Бхима уцелел. И теперь ты ешь в доме Бхимы, в то время как ты столько усилий приложил, чтобы убить Бхиму. Ты живешь как собака. Посмотрите, как удивительны слова саду. Он говорит так, чтобы его слова дошли, проникли в сердце, пронзили сердце. Как собака ты ешь в доме Бхимы. His consciousness went down. This is the
Когда Дхритарашта услышал, он был шокирован. Такова ценность саду-санги. Сколько как вы еще проживете? Какая ваша конечная цель? Вы не понимаете, что за вашими плечами стоит смерть. Вы до сих пор ищете выгоды для себя. Вы не ищете абсолютного блага. Но посмотрите, что делает саду. Слушая слова, слыша слова саду, Дхритарашта был поражен. И в эту же ночь Дхритарашта и Гандхари, никому ничего не сказав, ушли из дворца. И никто не знает, куда они ушли. Они просто ушли. Потому что саду может обрубить все анартхи. Строгие слова саду обрубают все анартхи, уничтожают анартхи. И они наверняка разочаровались в своей жизни, подумав, что теперь жить, сыновья убиты, все потеряно. С тех пор, как они покинули дворец, никто не знает, что, куда они ушли, что с ними стало. Утром, таков обычай, когда вы просыпаетесь, нужно пойти и предложить поклоны отцу и матери. А мыть лотосные стопы отца и выпить, так должны делать дети. Но нам это, мы даже представить это не можем. Какие стандарты? В ведической культуре. Юдхиштхир Махарадж очень переживал из-за ухода Дхритарашты. Он думал, куда же мои дяди и тети ушли? Возможно, они недовольны моим служением. Вайшнавы никого не презирают, они винят во всем себя. Возможно, я сделал что-то неправильно, думают они. Прабхупад также размышлял. Я не саду, я, наверное, делаю что-то не так, потому что так долго слушая мою харикатху, они уходят. Меня оскорбляли, была такая ситуация, когда меня оскорбляли, но я продолжал рассказывать харикатху в доме тех, кто оскорблял, потому что у меня не было никакой корысти. Поэтому я смог это делать. По милости Гурудева я смог. Юдхиштхир Махарадж очень переживал, он плакал из-за ухода Дхритарашты. Между тем пришел Нарада Махарадж. Юдхиштхир Махарадж предложил ему поклоны и спросил, в чем дело, почему ты так переживаешь. Юдхиштхир Махарадж сказал, из-за моих ошибок, возможно, мои дядя и тетя
ушли. Может быть, они пошли совершить самоубийство, бросились в воды Ганги. Я так переживаю за них. Нет, не плачь, сказал Нарада. Они отправились в Харидвар, чтобы совершать там баджан. Не плачь и не становись препятствием в их баджане, в их духовной практике. Они отправились на Гангу, построили там баджан-кутир и совершают там баджан. В конце концов, они достигли успеха так, что их... Они построили хижину, деревянную хижину, которая... То есть их атма вышла через высшую чакру, через верхнюю чакру, и так они оставили свои тела. Кришна — изначальный гуру. Но, несмотря на то, что у них была возможность общения с Кришной, они так и не смогли извлечь благо из этого. Человеческое рождение крайне редко. По благой удаче мы получили человеческое тело, полная энергия. Для чего? Не для того, чтобы наслаждаться, а чтобы пересечь, выйти из этого материального мира. Лодка — это наше тело все равно, что лодка. А Гурудев направляет мою лодку. Он направляет меня, не позволяет мне делать неправильные вещи. И он будет направлять мой корабль до... пока я не достигну цели. Но проблема в том, что, несмотря на то, что мы получили такую редкую возможность, то есть если человек, получив эту редкую возможность, необычайно редкая возможность, если человек не использует ее должным образом, тем самым он совершает самоубийство. Сейчас давайте поговорим о парикраме. Вчера мы говорили о том, как о Кумудване. Там находятся отпечатки стоп Махапрабху. Это замечательное место. Там можно остаться на ночь. Но затем пойти в Шантанакунду. Шантана Махарадж был царем этой области во времена Куру. Он был очень сильный и очень смиренный. Ганга почувствовала влечение к Шантану, и Шантану почувствовал влечение к ней. Так они решили пожениться. Но Ганга поставила одно условие. Ты не должен задавать вопросов по поводу того, что я делаю. Если ты это сделаешь, то я уйду. Если ты согласен, я выхожу за тебя замуж.
И с этим условием они поженились. Каждый год рождался новый ребенок. Но Ганга отдавала его в воды Ганги, то есть погружала в воды Ганги. Шантану очень переживал из-за этого. Но он не мог спрашивать, почему она делает это. Потому что если одно «почему», она сразу же уходит. И так одного за другим ребенка она погружала в воды Ганги, в свои воды. Дети умирали. Это долгая история. Но все-таки один сын уцелел. Восьмой сын Ганги выжил. Все остальные семь умерли. Но когда, то есть когда она восьмого ребенка собиралась поместить в воды, Шантану не выдержал и сказал: «Почему? Зачем ты это делаешь?» Она сказала: «Все, теперь я ухожу, а ты забирай сына». И вырос Ганга, очень сильный это был Бхишма. Он вырос очень сильным. Он поклонялся Сурья Бхагавану. То есть там находится Шантана Кунда, где Шантану совершал баджан и призывал солнце, призывал Бога Солнца. Сейчас там построили храм, там есть божества, какая-то другая сампрадая. Там можно получить даршан, сделать парикраму, кунды. Сейчас там есть широкая дорога. Дели-Агра, большое шоссе. От Матхуры до Говардхана большая дорога, по которой ходят автобусы. Там живет один из моих духовных братьев, Браджаваси, очень образованный. Их несколько. Они получили инициацию от моего Гуру Махараджа, любили меня, принимали участие в днях, в фестивалях на дне ухода и явления Гуру Махараджа. Когда я приходил на Шантану Кунду, они предлагали мне остаться у них на веранде. Они угощали меня прасадом. И много раз они хотели совершить парикраму со мной. Они предлагали взять муку, все необходимое на тракторе, вести с собой рис и муку. Но мне нравилось совершать парикраму одному. Они хорошие, преданные, но и заботились обо мне. Но мне нравится совершать парикраму одному. Следующее место называется... Дальше рассказывается про преданных.
Там также был один образованный преданный, который открыл школу. Мне также там предлагали остаться. У них мой духовный брат еще один. Я ночевал у них. Они просили меня не уходить на следующий день рано утром, задержаться и рассказать харикатху. Сейчас я ношу хорошие одежды, но в то время я выглядел как нищий. Вы меня не узнали, как я одевался. Весь грязный, в пыли, в Вриндавана. Многие люди мимо меня проходили, которых я знал, и не узнавали. Итак, я рассказывал харикатху в их доме или в школе. На самом деле, каждый год то есть иногда какой-то год я оставался у них в доме, какой-то год у его брата. Каждый раз по-разному. Так я вкушал прасад, брал данду, ударял по полу и шел. Дальше начинаются разные деревни, которые вы не узнаете, если не знаете о них. Их имена, названия даже сложно произнести. Это названия, которые дали им Браджаваси. Ганишвара, Печури. Кечури на самом деле на санскрите. Кечури означает деревня Путаны. Потому что Путана умела летать, ее зовут Кечури. То есть это как одно из названий, одно из имен ведьмы. Сейчас богатые люди строят там фабрики и так далее, ситуация меняется. Имеется в виду, вся обстановка во Врадже меняется, но для парикрамы, как я уже много раз говорил, необходимы духовные глаза, духовное видение. Каждый шаг вашей парикрамы должен даровать вам бесконечное наслаждение, трансцендентное наслаждение, апракрита ананда, бесконечное сокровище ананды. Если этого не происходит, это говорит о том, что вы совершаете материальную парикраму, которая бесполезна. То есть каждый шаг на пути парикрамы на самом деле это счастье. Итак, нужно пройти большое расстояние и уже после полудня я приходил в деревню в Бахулаван. Это замечательное место. Там лес и стоят храмы, старинные храмы, храм Кришна Баларама. Бахулакунда находится там. С ней связана замечательная история. Она очень... Эта кунда очень важна. Жил-был один чистый браман. Он был замечательным преданным Кришны. У него была особая корова по имени Бахула. Бахула — это одно из имен Лакшми. Но в честь нее назвали корову. Браман заботился о ней. Она родила теленка замечательного.
But the cow someday going here. Cow already going in Brajavasi, they are living cow going here and there. Корова паслась в лугах, на лугах. There can be one problem. So Bahula Gomata going to travel all around. Finally, ходила повсюду и собирала траву, ела траву. В этот день она в один день она зашла слишком далеко. И из лесу выбежал тигр и схватил ее, схватил корову. Корова сказала: «У меня дома ребенок, теленок. Пожалуйста, пусть я вначале покормлю его, он плачет. Я обещаю, я вернусь, и ты съешь меня. Но позволь мне вначале накормить своего ребенка». Тигр согласился. Не думайте, что это сказки. Это написано в шастрах. Корова пришла к теленку и сказала: «Пей сколько хочешь. Сегодня последний день. Меня ждет тигр. Я обещала, что он, я вернусь, и он съест меня. С завтрашнего дня молока уже не будет. Сегодня последняя возможность». Теленок начал плакать: «Как я буду жить без тебя, мама? Я тоже пойду с тобой. Я не хочу жить без тебя». Гомата и теленок, корова и теленок плакали и решили пойти вместе. В это время Браман узнал, что произошло. Начал плакать и Браман сказал: «Да я лучше тоже тело оставлю, если ты, моя мать, Бахула, уйдешь, я тоже не хочу жить. Я тоже пойду с тобой к тигру, пусть он и меня тоже съест». Корова сказала, что я не могу не явиться к тигру, потому что он уже ждет. И так они втроем пошли к тигру и сказали ему: «Никто из нас не хочет жить, ешь всех нас». Тигр сказал: «Нет, мне только один нужен». Ситуация была очень трагическая. Так что благодаря могуществу духовной практики Брамана явился, снизошел сам Кришна. В шастре сказано, что Бхагаван заботится о браманах, коровах, намо брамана девая. То есть он заботится о браманах и коровах. Поэтому Бхагаван не мог вынести этой трагической истории, не зашел, снизошел к ним. Бхагаван отругал тигра, сказал: «Ты что, собрался съесть брамана, съесть корову?» Бхагаван убил тигра, и трое остались живы. Он сказал: «Идите домой, все, больше никаких проблем нет». И в честь этой коровы Бахуламат, Гоматы назвали большую кунду. Последние 3-4 года я не посещал это место, потому что постоянно рассказываю Харикатху, нет времени. Последний раз, когда я там был, правительство сделал хорошее обустройство на этой кунде. Обычно я отдыхал в этом месте. Я очень люблю Бахулаван, важное место. Так что я даже на ночь оставался там. Там есть небольшой храм вместе с саду, я оставался в этом. This way somehow I manage and do bhajan nicely. Anyway, Harinam should go.
Все время паломничества необходимо повторять харинам. Если вы прекратите это делать, скажете, я устал. Парикрама бессмысленна. Те, у кого есть по-настоящему энтузиазм, они по 40 километров ходят и не устают. И все это время воспевают харинам. Нельзя делать ни шага без харинама. Что бы вы ни делали, готовили, ходили в магазин за продуктами, не прекращайте повторять. Таково правило. И я также повторял все время. Ночевал там, а утром обходил кунду. Там также есть божество Бахула Маты, коровы Бахула, Кришны. Затем я отправлялся в Кришна Баларам Мандир, храмы, которые находятся там, получал даршаны. Потом через поля нужно срезать дорогу и идти в следующее место. На самом деле, долго очень, большое расстояние, 3-4 часа нужно идти, и тогда вы придете в место под названием Равал. Рал, простите, Рал. На западе очень важное место — Бихалван. Много, на самом деле, там Бихалванов. Бихалван дословно переводится как «место, где совершал игры Кришна». Из Рала есть дорога, заброшенная, то есть каменная дорога, которая полна острых камушков, которые вас обеспечат настоящим наслаждением. Итак, под палящим солнцем, по острым камням нужно идти долгое время. Я приходил, заходил в Баджан-Кутир одного саду, шутил с ним, говорил, «Баба, я сейчас схожу тебе за лимонами». Он говорил, «Да тут же далеко». Далеко ж рынок. Но как-то доставали эти лимоны, и мы делали напиток лимонный. Шутили, шутили, пили этот напиток лимонный. А затем нужно идти по направлению к Радакунде. Но по пути есть много важных мест, есть важные места. Бабушка Радхарани, ее дом находится там, где-то на дороге к Радакунде. Также по пути Кишори Кунда. Мы там подружились с саду, я подружился с саду, я что-то готовил, они просили у меня, ты и нас, баба, накорми. Я кормил. Много там храмов. Там есть камень, который звучит как музыкальный инструмент, если постучать по нему. Прекрасные звуки исходят от стука по нему. Там бабушка, на нем бабушка Радхарани играла со своей внучкой, с Радхарани. Радхарани там ползала. Можно там прочитать обеденное гайтри и отправиться уже к Радха-кунде.
долгий путь до нее, но не так уж, чтобы сильно долгий. И завтра мы поговорим о Радхакунде. На сегодня время вышло. Мы начали позже, чем должны бы. You are also traveling with, no? With me? Not going? You can travel with me. Because it is impossible for you to do. You know, I am a hard man.